Нормально. Все, давай, мужик. Опять, видели, опять! Видели, опять сработал! Я опять ударил чувака, ему тоже секунду исчез. Это шлеп бан. Бан шлеп. Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Демастер. И сегодня, все дорогие друзья, мы продолжаем кастинг на Бравл Таун. Значит, в прошлый раз мы отсели очень много людей. У нас получилась очень длинная серия, но из нее вырежут кучу всякого дерьма, и она получится трехминутная. Вот так вот, да? Ха-ха-ха, ладно, не получится. Короче, да, у нас осталось уже половина людей, меньше 60 человек, хотя было 100 с хером людей, даже было поначалу 140. Но, как вы знаете, дорогие друзья, они отселись, потому что плохо себя вели. Вот так вот. Ладно, начинаем, продолжаем кастинг. Так, давай, ну тростился, убери свою жопу от моего экрана. Все, спасибо. Так, ну что ж, ребята, вы все точно готовы? Покивайте, чтобы я видел, что вы готовы. Поднимите свои руки вверх. Давай, 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 давай. Ну, кивай, кивай, кивай. Все, вижу, все готовы. Так, ну что ж, сейчас будет текст. Сейчас будет текст, да. Так, какой бы текст, какой бы текст, какой бы для вас текст, да? Сейчас придумаю. Демастер, а ты слышал, что под Бравл Тауном находится древний город, в котором скрыты древние знания? Надо было, наверное, сказать старинный, но неважно. Так, Демастер, ты слышал, что по Бравл Тауну находится древний город, в котором... Что ты написал, Руфик, вообще? Демастер, ты слышал, в Бравл Тауне находится древний город, в котором находятся древние знания. Демастер, ты слышал, что под Бравл Тауном находится древний город, в котором спрятаны древние знаки? Да, блин! Ну почему вы все так плохо написали? Вы что, реально издеваетесь, что ли? Я даже медленно прочитал это. Вы издеваетесь. Первый плохо, неправильно. Второй плохо, неправильно. Третий думал, сейчас будет хорошо, под конец заруинил, неправильно. Четвертый, Демастер слышал за Бравл Тауном. Почему я сказал под Бравл Тауном? Один написал по, другой написал в, третий написал под, но потом у него древние знаки, блядь. Какие знаки? Сука! Почему, букву забыл, говорит, Демастер, ты слышал, что под Бравл Тауну, получается, ты хотел написать, да? Букву он забыл, Руфик еще и обмануть меня пытается, смотрите. Демастер, ты слышал, что под, по Бравл Тауну, если добавить букву Д, получится под Бравл Тауну находится древний город. Да, Руфик, кого ты пытаешься обмануть? Ну ладно, Руфик написал быстрее всех и все допустил максимум там две ошибки, то есть окончание и букву. При целом, окей, скрыты древние знания. О, Руфик проходит, все остальные чуваки. Я вижу, что снизу написали нормально, но вы написали слишком медленно, чуваки, слишком медленно. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой чувак. Все, ошибки. Ниже чуваки вроде нормально написали, но поздновато, поздновато. Вот, ну что ж, дорогие друзья, нет, 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 никаких еще, чуваки, делайте скриншот. Спасибо, что пришли, простите, что я такой с вами групп, но, как вы понимаете, у меня еще сегодня очень-очень-очень много видео в этом. Делай скрин, будь доволен, радуйся жизни, приходи в следующий раз. В этом году, к сожалению, вы уже не упадете на кастинг, ребята, но в следующем году у вас будет шанс, потому что в следующем году будут еще кастинги. Так может сказать, десятилетие. Я тебе сейчас устрою, блин, казнь. Лысые макаки. Нормально. Все, давай, мужик. Опять, видели, опять! Видели, опять сработал, я опять ударил чувака, ему тоже секунду исчез. Это шлеп бан. Бан шлеп. А вы все готовы? Покивайте головой. Все покивали головой, покивали, 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 покивали. Анечка не кивает, Зелёный не кивает. Так, ну что ж, фраза будет такая. Окей, Динамайк, я помогу тебе с этим древним городом, но сначала я должен победить на арене. Так, ну что ж, как же кто напишет, а? Динамайн. Динамайн. С этим древним городом сначала я должен победить на арене. Анечка, ты серьезно? Динамайн арене? Ты Орео переела, что ли? Ладно, Анечка проходит. Окей, Динамайк, я тебе помогу с этим древним городом, но сначала я должен победить на арене. Стиви Лорд проходит. Окей, Динамайк, я помогу тебе с этим городом, но сначала я должен победить на арене. Ладно, но сначала... Ну, блин... Ладно, Эллен Мент еще тоже проходит. Все остальные... Сорян, нет. Все остальные, чуваки, скриншотик, скриншотик, быстрее ко мне. Эллен Мент, иди тоже туда, давай. Все, все сюда. Мика Уп, ты куда пошел? Я видел, как он пытался туда пройти, видели, да? Давайте скриншот делаем. Прям жестко кивайте, 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 кивайте. Все, все, вижу, все готовы. Так, давайте, раз. А, ну я не буду вам насчет давать что-то, я вам отчет даю. Просто сейчас придумаю фразу, значит, вы готовы? Я думаю над фразой. Я бы над фразой. Демастер, тебе никогда не превзойти меня. Посмотри на мою бицуху. Ведь я великий Эль Примо. Демастер, тебе никогда не превзойти меня. Я великий Эль Примо. Дигерон, плохо, не проходишь. Страйстелси, не проходишь. Бан.
UCQ написал: «Да, мастер, ты никогда не превзойти меня, ведь я великий Эль Прима». Вот, тоже неправильно, и написал еще одно предложение, целое пропустил. Вот следующий чувак уже мистер Тим Чикарса проходит: «Да, мастер, тебе никогда не превзойти меня, посмотри на мою бицуху, ведь я великий Эль Прима». Ладно, мистер Тимчик берем, более-менее написал, мистер Тимчик проходит, после мистера Тимчика еще Эм Степан написал, прочитаем, что написал: «Да, мастер, тебе никогда не превзойти меня, посмотри на мою бицуху, ведь я великий Эль Прима». Да, Эм Степанчик берем, все остальные либо слишком долго, либо слишком долго, либо неправильно. Опять появились чуваки, которые на жалость давят. Не нужно на жалость давить. Я понимаю, что, конечно, это хорошее актерское мастерство. Я могу расплакать. Ой-ой-ой, ебанит from the server. Который остался, что, все в порядке? Нормально. Кто это сделал? Это я, бо у него просто ник прям так же начинается. Пардон. Какого ник начинается? У Дербурта? Так, боже мой, заберите у него опку, он какой-то зигрот. Так, хорошо. Так, хорошо, у нас остается не так много людей, я думаю, с две пачки пройдем, и ролик получается не таким длинным. Так бы можно было бы сделать даже три ролика, ну ладно, не буду растягивать, просто сделаю два длинных ролика. Все, хорошо, так, ну что ж, вы все готовы, покивайте головами, давайте, чтобы я увидел, что вы все готовы, все здесь, все, мент не кивает головой, его можно кикнуть, мне кажется, а вот кивает, значит, все кивают, пока не сказал остановиться кивать, все, не прекращаем, киваем, давайте, крутите камеры, крутите мышкой вот так вот, давайте, чтобы я видел. Так, ну все, вроде все здесь. Один лобовик, все, ладно, поехали. Готовы, да? Готовы, 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 да? Ну все, хорошо. Значит, фраза будет такой: «Вау, Шелли, какая крутая у тебя пушка! Хотел бы я всегда быть с тобой в команде, тогда бы точно не проигрывал». Фенни Эндерман отлетает, потом пишет Квардит: «Вау, Шелли, какая у тебя крутая пушка! Хотел бы быть всегда с тобой в команде, никогда бы не проигрывал». Никогда бы не проигрывал — неправильная формулировка. И дальше. «Хотел бы я быть с тобой в команде». Так, Рози Труппер написал: «Вау, Шелли, еще запятые красиво ставят, какая у тебя крутая пушка, да, какая крутая у тебя пушка, нормально, пофиг, хотел бы быть с тобой в команде, да бы я точно не прыгал». Короче, Рози Труппер точно проходит, дальше смотрит, точно написал: «Вау, Шелли, какая у тебя крутая пушка, хотел бы быть с тобой в команде, тогда бы никогда не проигрывал». Но Винг, Найт, Друм, Стикс тоже может пройти. Так, дальше: «Вау, Шелли, какая у тебя крутая пушка, хотел бы быть с тобой в команде, да бы я никогда не проигрывал». Ну вот я вот сейчас думал, либо взять этого, который написал медленно, либо взять Квардита взять, который написал: «Вау, Шелли, какая у тебя крутая пушка, хотел бы быть с тобой». Но он по одно слово по факту пропустил. Ладно, Квардит тоже проходит, написал быстрее всех, пропустил одно слово. Остальные, сорян, чуваки, идите сюда. А Фанни Эндермен почему пишет? А что ты написал, Фанни Эндермен? А, ну чувак, ну ты вообще пипец написал, никаких плиз. Давай, нет, чувак, никаких еще. Все, скриншотись. Дайте ему бан, он слишком много просит, не люблю попрошаек. Так, ну что ж, вот перед ним вообще не стыдно. Я говорю то, что... Мастер, мой сладкий. Вот я говорю то, что типа, ну чуваки, делайте скрин, все такое. Чувак пишет: «Пожалуйста, пожалуйста, еще раз». Хотя до него мы уже все, мы уже кастинг заканчиваем почти. У нас сейчас будет полуфинальные битвы, а он просто такой говорит: «Плиз, плиз, плиз, другим не сделал. Я рад, что побывал на кастинге, мне было прикольно тут побывать. Удачи всем тем, кто еще не прошел пока, ребята». А, ну все уже прошли, чувак, за тебя. Вот, ну в любом случае, видите, чувак наоборот поддержал всех. Молодец, красавчик, хоть перед этим два смайлика плохих написал, все равно. Так, ну что ж, дорогие друзья, кажется, у нас остаются наши полуфиналисты. Давайте-ка я на них посмотрю. Так, куски руфика всякого здесь на лице, кажется, у людей. Мы уходим сюда, за мной. Становимся спиной сюда. Спиной сюда становимся. Так, ну что ж, что же мы с вами будем делать, да? Жаль то, что у вас не скины из Бравл Старса. Блин, надо было сказать в условиях этого кастинга, чтобы все ставили скины из Бравл Старса. Да, тут проблема, проблема. Можете поставить паузу, дать им всем время перезайти, чтобы они поставили скины из Бравл Старса. Так, ну что ж, дорогие друзья. Что остались там? Все вот эти вот ребята. Слышишь, что там, сейчас я микрофон заберу. Остались все вот эти ребята, они поставили скины. Как видите, все эти скины есть. И знаете, что я скажу? Что-то очень мало людей прошло. Я рассчитывал, что больше людей пройдет, но их прошло очень мало. Поэтому все они проходят. Потому что я объясню, сейчас они меняли скины, и среди них два чувака. Они, короче, не смогли поменять скины, и еще двое отсеялись, потому что у них не было полного доступа. Вы когда приходите на кастинг, вы же понимаете, что вам нужна лицуха. Вам нужно, чтобы вы могли менять скины и все остальное. Сейчас я смотрю. И в итоге, ну, у чуваков не было просто полного... Как они прошли? Полного доступа нет. Грустно. Это что, у Руфика какого-то не было полного доступа? Или что? Или Руфик туда? У него Руфик... как раз таки был. Есть.
Так, ладно, ну давайте ради теста все выйдем, все за мной, все в город. Отыграем микросцену, чтобы я еще на всякий случай посмотрел. Все распределились по городу как-нибудь там. Вороны с воронами тусуйтесь там, не знаю, ну можете не тусоваться с воронами. Короче, все распределитесь по городу. Короче, кто из вас самый крутой вообще, выйдите ко мне. Кто лучше всех пишет, тот считает, что он лучше всех справится в плане импровизации и писанины. Кто вызовется? Декс, выйди отсюда, сейчас забаню. Донни, ты уверен, что справишься? У тебя же там были какие-то ошибки. Вот этот Марио Зайт вроде бы круто делал, так что давайте Марио Зайт, вы вдвоем уйдите пока. Марио, короче, будешь стоять вот здесь вот. Смотри, стой тут. Я приду в Brawl Town и представим то, что у нас первая серия Brawl Town. Я приду, а ты будешь на ходу придумывать, что будет рассказывать, не понял? Если я буду с кем-то говорить, вы должны будете отвечать. Сейчас ничего лишнего не пишем в чат. Пишут только те, к кому обращаются. Так, ну, всякие вот эти вот... О, боже мой, как долго я брожу по пустыне. Что это за город? О, боже мой, это у меня какие-то галлюцинации. Жар птица какая-то, да? Ой-ой-ой, здравствуйте. Жар птица. Ой, как-то я с птицами разговариваю, уже всем поехал. Добро пожаловать в Brawl Town. Это Brawl Town? А почему так? Вы у нас новенький? Да, меня Демастер зовут, новенький. Вот, да, вы попали в Brawl Town. Нифига себе. А что это за город? Кто в нем живет? Типа, как я здесь оказался вообще? Приятно познакомиться. А вас как зовут? Вы-то кто такой? Я должен же знать ваше имя. Вы здесь живут бравлеры? Че, реально бравлеры здесь живут? Ты Феникс? Ну, Феникс, приятно познакомиться. Я Демастер, да. Может, покажете мне микроэкскурсию по городу, проведете, что здесь вообще есть? То мне, типа, очень тяжело, я не знаю. Хотел бы это... Да, пойдем, конечно, давай, пока показывать. Да. О, привет, новенький, как тебя зовут? Меня Демастер зовут. Это Шелли Леон, приятно познакомиться, я Демастер, да, приятно. А что это за дом, что это за здание? Что это такое, мистер Феникс? Что это такое? Это ратуша. О, нифига, там какой-то робот сидит. А этот робот, он вообще какой-то опасный. Смотри, у него один большой глаз. И мне его одно... это ратуша, нифига себе. Там какой-то, смотрите, сидит. С огромным глазом, страшно, капец. Это вороны. Вороны, капец, какие-то пришли. Они, кажется, хотят у меня отжать мои деньги. Печенюшки хотят у меня отжать. А, понял. Мирные, нифига никакие страшные, ты посмотри на них. Ой-ой-ой, ну нафиг, лучше я бегу куда-нибудь, побегу. Ну, здесь в жопу у вас что-то слишком страшно. На меня сразу же какая-то толпа воронов напала. Фух, спрячусь где-нибудь здесь, что это такое. О, нифига себе, кусты, кажется, в них меня не заметят. Привет, новичок, я не думаю, вот Руфик не умеет играть, у тебя в кустах ты меня не видишь. Ладно, хорошо, там вроде все общаются, вроде все активны, нормально пишите, короче. Но я даже не вижу смысла вас проверять, в принципе, что-то можете. Те, кто ничего не могут, все равно отсеются в ближайшие 2-3 дня. Потому что мы будем записывать очень много серий Brawl Town. Ну, в общем-то, да, за две серии, видите, отсеяли всех людей. Мало людей пришло на Brawl Town кастинг, не знаю, почему так. Видимо, не, ну, да, он набирает всего по 100 тысяч просмотров у меня, возможно, поэтому. Ну, и типа пришло 140 человек, из них сразу 40 мы отсеяли, всех этих берем. Создайте отдельную конфу Brawl Town и в микроактеры спросите, типа, кто хочет Brawl Town конфу. Всех туда тоже добавьте дополнительно, окей, сами класс. Так, ну что ж, дорогие друзья, вот так у нас, в принципе, получилось. Видите, актеры, ну, нормально, они активно сразу же на меня напали, что-то начали говорить, спрашивать, рассказывать. Феникс вообще красавчик. Ну, короче, вроде нормальные пацаны, импровизировать умеют. Ну, те, кого я посмотрел, по крайней мере. То есть, как бы, это хорошо. Надеюсь, они также будут с утра приходить. А, ну, также, возможно, пришло так мало людей, потому что, типа, я сказал то, что это будут утренние съемки всегда. Вот. Ну что ж, на этом все, дорогие друзья. С вами был я, Демастер. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Надеюсь, вам понравились эти кастинги. Заходите еще. На этом мы с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока-пока.